Живописный город. В Алматы художники разрисовывают фасады домов. Последним появилось изображение звезды казахстанского велоспорта, олимпийского чемпиона Александра Винокурова. Эскиз у меня, в принципе, он до этого уже был разработан. Я пытался даже как-то контактировать с властями, там, искать какие-то выходы, ну, чтобы мне просто разрешение дали, потому что нелегально ее, ну, крайне проблематично сделать. Во-первых, это затратно по времени, по ресурсам, вышку снять там, и так далее. Эта работа – часть проекта «Дети рисуют мир». Она приурочена к тысячелетию Алматы. Город отпраздновал юбилей в воскресенье. Организаторы акции планируют подарить южной столице Казахстана около 10 таких работ. Над своим эскизом художник работал 5 дней. В планах Дмитрия нарисовать портрет Гагарина на одном из зданий Байконура.